Приветствую вас, друзья, вы на канале Boston Technic, меня зовут Николай. Сегодня на обзоре у нас Т-150 1991 года. На хорошем, отличном ходу, все в рабочем состоянии. Сейчас подойдем поближе, посмотрим. Установлены фары. Двигатель с минимальными подтеками. Резина в хорошем состоянии. Видно, карданы идут. Заднее колесо тоже в хорошем состоянии. Навесная система, ВОМ все рабочее. Заднее колесо. Все без трещин, без подтеков. Минимальные подтеки. Ну, это уже больше рабочие моменты. Выхлопная система. Так, сейчас я покажу вам кабину внутри. Обшито все. Наработка показывает 1395 моточасов. Так, и сейчас попробуем заведем. Завелся с полоборота. Состояние.